от запаха гари и схватил детей и выскочил на балкон. Вот. Начал с балкона кричать: люди, спасите, помогите. Добросовестные граждане наши вызвали пожарных. Вот. Буквально через 4 минуты они уже приехали и спасли. Ну, официального пока никакого заявления нет, но нам сказали, что это короткое замыкание от холодильника. Там был удлинитель у нас, и вот он загорелся от удлинителя. Лабрадор, да? Вот. Да. Черная большая такая собака, красивая. Лабрадор у нас сейчас дома. А тяжело у нас нет лабрадора? Ну, как бы уже после того, как потусели. Которому очень понравилась работа пожарных после того, там пойдешь. После пожара. Там пойдешь, Хабу. Вырастешь, да? Так. Ну покажите всякие вот разные там пожарные. Одевай. Потом на нас развернешься, посмотришь. Да. О, это ток. А, краска. Сейчас. Видел? Давай тоже примерим. Правда, не нашего производства, а польского. Довольно доброкачественного. А что это нас? Покажись нам. Покажись нам. Ты станешь кем? Пожарным? Роба, пожарником будешь? Серег, это толкается? Нет. Роба, а ты плакал? Он нет. Тяжел, я не знаю, держишь. На, держи. Сто высокого давления тебе. Ты точно хочешь стать пожарным? Да. Ты уверен? И что ты будешь делать? Тяжело. Тяжело? А за, почему ты хочешь стать пожарным? Потому что я никогда не был. Потому что ты людей хочешь спасать? Ну прям так и скажи, Ром, я хочу спасать людей. Да? Да. Я хочу спасать людей. Хотели маленький экспромт. Поздравить маму с наступающим 8 марта. Пожелать ей, чтобы такого горя в дебри у них больше не было никогда. Да? Ну, хорошо. Скажите, ну вот сейчас вот вы спасли детей, наверное, будете потом, может быть, их навещать? Ведь они бы уже вам как никак чужие. Уже, думаю, это... что будем. Теперь вы уже такой своеобразный крестный папа, потому что вторая жизнь как-никак, да ведь? Как вот? Ну, свои такие же. Два только, правда. 21-го пожарно-спасательного отряда. Фирсов Роман Николаевич. Капитан на переслужбе. Предварительно взяв веревку из сумки первой помощи, спустили веревку вниз. Бойцами была подвязана штурмовая лестница. Затянули лестницу наверх, установили. Я залез туда к ним. Командир отделения подал тенисты для самоспасания. Ну, чтобы ну, на случай, если дым пойдет, можно было одеть и какое-то время продержать детей так.
Нам повезло, быстро приехал соседний рота, 33-й лесенка. Оператор старый, боец уже быстро разложил, туда поднял. Дети, была проблема в том, что дети были еще голые. Ну, то есть они спали, были в нижнем белье. Пришлось отдать боевку свою, одеть девочку, одеть в боевку, отдать оператору. Потом залез папа и передали старшего сына. И спустили вниз. А почему, извините, а как это вот? Александр. Александр, ну ведь вы были вот тогда в квартире в момент пожара. Почему вот... Может, рассказать, как все... Он тоже стоял на железке лесенки, но мы не спускались по лесенке. Папа у меня держал, а другой дядя держал мою сестренку. И как сестренку зовут? Как? Кира. Она плакала? Угу. Вы когда спустились, вас когда спустили, вам холодно было? Нет, мне вы носки мокрые, не знаю, чего. Как ты думаешь, пожарные, они правильно поступили? Да. Они хорошие? Да. Вот, а ты когда вырастешь, будешь пожарным? Угу. Зачем? Что ты будешь делать, когда будешь работать пожарным? Ром, тебе показывай. Иди смотри. Кирилл-то, она еще маленькая. Иди, Ваня. Вот, отличный есть. Да, она смотрит.